Тюмень сегодня прилетели участники региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Это более 40 человек из 34 стран. В аэропорту Рощино гостей встретили хлебом и солью. В ближайшие несколько дней их ждет насыщенная программа. Этим вечером гости посетят драмтеатр, а завтра отправятся на экскурсию в Елутровский острог. Кроме того, в театральном центре «Космос» их ждет виртуальная прогулка по Тобольску. А еще они побывают в сибирских семьях, где смогут попробовать национальные русские блюда. Мне очень интересна историческая составляющая этого города, и я большой фанат еды. Я пробовал борщ, пельмени и надеюсь попробовать здесь еще что-нибудь новое. Но главное, это, конечно, новое знакомство. 18 октября делегация вылетит в Сочи. Там они присоединятся к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов.